Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем вот такую лодку. Делается не очень сложно. Берем лист бумаги формата А3 и давайте начнем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Вот это наша линия загиба. Теперь вот это расстояние делим на 3 части. 21 по 7. 1, 2, 3. Одна линия загиба будет у нас. И получается у нас вот эта линия ложится на вот эту линию. И проглаживаем. То же самое делаем с этой стороны. Вот это расстояние делим на 3 части. Вот эту линию закладываем на вот эту линию. Вот эту линию закладываем на эту линию. Вот эту линию, на эту линию. Вот эту линию, на эту линию. Переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое. Вот эту линию закладываем на эту линию.
вот эту линию на эту линию. Вот эту линию на эту линию. Переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое. Открываем немножко, отгибаем и вот этот уголок сюда закладываем. Точно так же сделаем и с другой стороны. Открываем и закладываем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. То же самое делаем с другой стороны. Вот эту линию закладываем на эту линию. Вот эту линию на эту линию. Получается вот такая заготовочка. Вот этот уголочек загибаем сюда приблизительно небольшое расстояние тут. Вот с одной стороны и с другой стороны точно так же. И теперь берем нашу заготовочку. Вот здесь у нас одна посередине линия. И будем выворачивать его. Получается вот линия наша посерединке. И мы выворачиваем нашу лодочку. Потихонечку. Thank you.
вот этот поднимаем край, еще один поднимаем, подравниваем. У нас вот так вот получается, подравниваем. Вот здесь, чтобы была более круглая поверхность, можем немножко вот так вот согнуть. Вот здесь немножко подкруглим. И вот эту часть. И еще одну часть. И с этой стороны. Можно сделать, чтобы вот эта часть сильно не торчала. Ее можем немножко подвернуть вовнутрь, приблизительно. Плюс-минус роли не играет. Вот эта часть получается и объем стала держать лучше, более круглая, чем эта часть. И с этой части подогнем немножко вовнутрь. Вот эти треугольнички, если их делать больше, тогда, соответственно, вот это будет дно более плоское. Уменьшаться вот это расстояние будет. Вот и получилась у нас такая лодочка интересная. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. С вами был Жеглёв Алексей. До скорой встречи. Пока.